7 лет назад, 15 июня 2015 года, не стало певицы Жанны Фриске. Артистка скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга на 41-м году жизни. Родная сестра Жанны Фриске Наталья, которая совсем недавно стала мамой, сообщила поклонникам печальное известие. В семью скончавшейся от онкологии артистки снова пришел рак. 8 апреля 2022 года Наталья родила дочь Луну. Это ее первенец. 36-летняя артистка не скрывает, что ее дочь появилась на свет при помощи ЭКО. Женщина в одиночку воспитывает дочь. С отцом девочки она рассталась еще в начале беременности. И вот недавно в соцсети Наталья Фриске сообщила печальную новость о том, что сейчас с онкологическим заболеванием борется их двоюродная сестра Татьяна Гончаренко, которая живет в Украине. Ей срочно нужна помощь. Как оказалось, о болезни женщина узнала еще 11 лет назад. Благодаря ранней диагностике рак отступил, но недавно вернулся вновь, и теперь врачи разводят руками, говоря, что шанса выжить у Татьяны практически нет. Фриске рассказала о состоянии родственницы, что у нее случился рецидив с метастазами в позвоночнике и печень. Они хотят перевести женщину в Россию, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль. Звездная сестра отметила, что очень переживает за Татьяну. Цитата: «Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая и очень хочется помочь». Так Наталья обратилась к знакомым подписчикам с просьбой о помощи. Семья Татьяны объявила о сборе средств на лечение, так как счет клиники для них непосилен. Гончаренко поделилась, что уже готовится к лечению в Израиле. Ей осталось дождаться только необходимых документов. Фриске поддержала сестру. «Сестренка, все будет хорошо», – пишет Наталья. Знакомые Татьяны также поддержали ее и надеются, что им удастся собрать необходимую сумму. «Мы за тебя молимся, ты сильная, ты все одолеешь, мы тебя любим. Сил вам справиться с этой болезнью, вы обязательно должны справиться», – отмечают они. Пожелаем Татьяне успешного лечения и скорейшего выздоровления.